Да. Юмор. Привет, послам. Это супер тренч атак. Игра называется так. Да, вот. Огромный плюс того, что в этой игре нету гейм-овера, в принципе. Но тут есть макаки. Но это спидран. Раут у меня существует только очень приемный, блядь, примерный, и да. Ой, gods, my route is ruined. But what if I'd stop memeing? Actually do something with my life. Delightfully devilish Agman. Тут вроде просто всех перебить надо.
А еще выворачиваем лампочки. Потому что лампочки не нужны. Лампочки для слабаков. Ну и выворачиваем тоже, потому что отсутствие лампочек тоже для слабаков. А, окей. Выжил. Я не знаю, зачем сюда надо идти. Тут можно стул взять. Я не знаю, зачем эти вообще вещи нужны, но... Факт остается фактом, их можно собирать. Жопа! А еще тут есть такие вот вставки. Веселые, кстати говоря. Не ловушка. Игра длится час, если не тупить. Я вот так скажу. Так, здоровья нет. Надо поспать. Надо поспать, чтобы восстановить здоровье. А еще. Сколько у нас денег? Нет, нас следующим нужно, кажется. Улучшать оружие. Да, тут, и кстати говоря, это РПГ еще. Это еще РПГ. Тут нужно улучшать, покупать оружие и все такое прочее. Как я говорил, тут умереть невозможно. Если мы умрем на какой-то части, можно абсолютно спокойно восстановиться. А в этом, как он называется? В шалашке у тебя появляется велосипед, и можно на нем отправиться, так сказать, вернуться на миссию. Вот сейчас можно, наверное, улучшить оружие. Не намного, конечно, но... вроде все. Не помню, а вроде бы этот парень, который ловушками торгует, он дает лучшее снаряжение. Нихуя. Дикой нам нахуй не сдался. Поспать.
Вороны, вороны. А это эти. Как они еще раз называются? Морские крысы. А погоди, это не 100%. Ай. Таких толстых ребят я, кстати говоря, не встречал. А вот это очень большое везение, потому что у меня никак не выпал в прошлый раз шлем. Это дополнительная защита. Фактически. Здоровье немного пополнили. Тут еще слегка такая задержка еще есть при вот прицеливании. Что не сразу враги стреляют, а через какое-то время только. Тут он где-то должен один выбежать. Окей, успел. Ну уже, давай убегай. Голый. Голый мужик. Голый мужик. Ха-ха-ха-ха. Ай. Тут восстанавливающих уже нет. Уйди. А, вот что тут выпадало из него. А, привет, босс. Первый босс. У босса всегда надо садить 3 патрона. Ну, это я просто не умею целиться. Тем более, на таких стадиях патроны бесконечные. Это еще очень легкий босс. Под очень легкий я имею в виду реально очень легкий. Дальше будет дерьмо, которое ух, бля. Что с реакцией у меня? Виктории! Это не пропускается, кстати. Факинг коллекционный доктор Пеппер. Нужно прокачивать еще здоровье. Это очень помогает.
Винтовку надо прокачивать только так. Фу, пистолет прокачивать только тогда, когда он, ну. Ну, реально он нужен будет. Нужен он будет только после. Во время второго акта где-то. Действительно, вот прям. Ух, нужен. Улучшение винтовки влияет только на, собственно, урон. Ничего более. Плюх-плюх-плюх. Reinforcements. Сколько брони-то у меня падает сейчас? Это что-то новое. В прошлый раз на самом деле у меня только ботинки падали, и все. И проходишь ты такую игру с ботинками. Единственный элемент брони, который у тебя есть вообще, это ботинки. Это не лучшее развитие событий, но это единственное развитие событий, которое есть. А, да, сейчас макахи будут бежать. Макак мы будем видеть больше, чем другой вид врагов. Это собаки. Они появятся один раз. Я серьезно, они появляются один раз. Макаки появляются раза два, четыре, может быть. Гамлет. А, пур Йорик, I knew him, гора еще. Все взрывается, все мы текаем с городу. И первое и единственное появление ловушек, которые в принципе можно пропускать, то есть пробегать через них, потому что они, сколько помню, наносят примерно урона 10 за один внутриигровой цикл. Ай, ну игра подлагивает почему-то, я, честно говоря, не знаю. Эй,
Мы прошли это место. Чем такие? Мы типа должны были лететь, но нет. Падают. Окей, окей. На всякий случай можно оп, восстановить здоровье. Да, сейчас будет один из других боссов. Один из тех боссов, которые, ну, не самые, конечно, лучшие, но в семье не без урода. Кверху с гакой. Ага. Гранат ничего не делают, кстати говоря. Ай-яй-яй. Вот и главная проблема этой игры. Вот. Есть велосипед, на котором можно поехать. Попробовать заново миссию выполнить. Ну вот теперь нужно бегать, бегать, еще раз бегать. Остался жирный мужик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Fuck off. Патронов не осталось, блять. Поэтому вы закупаетесь патронами. Всегда. О, Кирлим. Спасибо. Где там еще сталкер скоро подрубит именно спидраны, а не пук. Так что да. Тут вообще будет разнообразие. Остался жирный мужик. Все. Это босс. Got it. Гарим. Ученый, кстати, уплывает.
мы типа должны были спасти ученого, но ученый как оказался крученый. Очень плохим дядькой. В итоге. Это акт 2. Он заебный, но не настолько. Так, сейчас нужны патроны и улучшение оружия. И палочные гранаты. Все нормально. Сейчас нам нужно уничтожить 2 танка. Танки уничтожаются тут с 4 гранат, насколько я помню. Все, абсолютно, стандартно. Это уже более серьезные враги пошли. Всегда тут есть гранат, который можно подобрать, типа, что, эй, погоди, у тебя нету гранат? Не вопрос, братан, сейчас подкину. Кажется, вот здесь где-то проход, да. А, вот, вот собаки. Мы их видим здесь первый раз, на следующем немного уровня во второй раз. Ну как? В прямом смысле на следующем уровне. Ага, все. Эта миссия выполнена. Бум. Приземлился. Берем аптечку. Я не знал, что тут аптечка падает. Погоди, все нормально. Тут-то варпов нет. Тут просто бежишь. Солдаты респаунятся. Не все, конечно, но часть из них. Где удобно, так сказать, им появиться. Еще прикрывай. А, тут нужно спуститься, да. Все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все равно нужно было бы перебить. А тут гранаты подъехали. Да, танки очень тактично спрятаны под наволочками с сердечками. Да, это нормально. Для этой игры все нормально. Абсолютно спокойная игра, без всяких там выебонов. Кроме последних миссий.
Эй, уже полчаса. Неплохо. Мне кажется, что в прошлый раз было медленнее. Кажется. Когда кажется... Да. Бывают интересные вещи. Минус еще танк. Тут можно разжиться гранатами практически на весь ран. Подчеркну практически. Тут настолько много. Не упало здоровье, что? Ну ладно. А вон аптечка. Чё? Ты это? Танк, на. Бум. О нет, мой танк. Да. Что, бля, за неуважение? Надо хряк еще отнести. Как раз в основном здоровье. И нужно патроны и оружие улучшить. Да. Психовик из нахуй. Спасибо, психовик, за хост. Хотя я не знаю зачем. Слезай с коровы. А, привет. Эй, ранг повышен. А, ты закончил стримить? Боже. Окей. Вообще там еще и сталкер стримит. Так что это да, такое. Окей, а вот про эти шорткаты я даже как-то и... Surrender. Да.
хорошая собачка. Вообще-то хорошая пародия на определенные события. Мы все, конечно, понимаем, какие, но... Да. Умс. Ух. Пришло время снова бежать обратно. А, да. ГГ похож на Мудисона. Что? Васлам, ты меня пугаешь. Чем он похож на него? А, вот. Пигги Бэнк. Карабин и патроны. Сейчас нужно подняться. Игра просто шут-эм-ап. Нет, это шут-эм-ап, РПГ. Ну, потому что тут статы хотя бы есть. Это же можешь считать за составляющую РПГ? Так. Итак. Ага. Ну и уходи. Я тебя все равно не... Ты мне все равно не нравишься. Уходи, дверь закрою, у меня теперь другой. Окей. Да, это игра веселая. Это вот единственное, что нужно знать. А, ну, да. Тут можно иногда. Оп. Скип. Велосипед. Поехали. Кажется, там нужно проходить. Я уже что-то и забыл. Жаль, не пошаговая. Ну, тут у тебя реально нету абсолютно никаких... как это называется? Минусов за то, что ты умираешь. Вообще. То есть умер, ну... Ну, бывает, давай еще раз. А, вот где. Все понял. Опасно! Зря ты с бочками рядом стоишь, мужик. А тут, мне кажется, уже медленно я... Велосипед.
Ай, блядь. А у меня же и хилки есть, что-то я куплю. Ай. Вылезай. Фу, фу, фу. Все. Да ёп. Ну, это уже не VR, собственно. Блин, надо было варпнуться. Да, сейчас близко к переходу на третий акт будет. Очень близко. Застревай давай. Иди дальше. Но сейчас одна из таких вот действительно сложных перестрелок. Поехали. Привет, пони. Благо здоровье прокачивал. До этого стрелять нельзя, к сожалению. Хотя вроде бы можно отстрелить что-нибудь ему. Например, глаз. Видишь мой глаз? Я его не вижу. Еще на паузу невозможно ставить это все дело. Спрячься, корова. Благо, это последний вагон, насколько я помню. Да. Вот сейчас будет действительно сложно. Лучше просто, у нас здоровья нет, дать ему грохнуть себя. И использовать велосипед. Вот у нас полное здоровье. В этой стадии нужно... и шары отстреливать еще. Дополнительно к боссу. Самое хуевое место, где он может появиться, это вот под вагоном.
Это еще шары не быстро летят. Шары, блядь. Снаряды. Хорошо, это было сложно. А! Заебись. Ёбаный язычок. Это ёбаный хуйни. О, нормально. Сломал. Это, кстати, последний акт. Мне кажется, мы последний раз улучшаем свое оружие. Да. Опа, не на Cold One with your buds. Нет, это... Доктор Питер. А, ну мы это... Взлетаем! Вот сейчас будет действительно сложно. Я ебался с вот этим уровнем очень долго. Не то, что они тут очень больно бьют. Их много. Враги, я имею в виду. И врагов много. Ну и они больно бьют, да. Благо у нас есть велосипед. А, мы... Вау, мы шлем и ботинки нашли хорошие. А что тут дохуя золота можно взять с собой? Я насколько понимаю, если... грубо говоря, точность врагов примерно равна количеству. Если их много, то они очень точно бьют. Если нет, ну... На нет и иди нахуй, собственно. Дежавю. With the boys. Неправильно. With the boys. А, Герет... SCP референсы. Да тут нет ракет.
свежий импортный американский Доктор Пеппер. Ну, примерно так же я пробивался до этого на этой карте. Собственно. Ай, блядь. Там можно же было просто пробежать. А. Да. Это миссия. Ух, это миссия. Надо бы VR посмотреть, как он там все делает. На досуге так. Спрятанная база. Ай. А, да. Это предпоследняя миссия, значит. Ух, спуки. Все, финальный шоу-даун с доктором. Доктор ебанутый, кстати. Если вы еще не увидели этого. Это второй экран. На следующем, кажется, лучше будет умереть, чем вообще как-то пытаться его задоджить. Come on! Вот сейчас поехали. Эта фаза еще не сложная особо. У него просто почти что мгновенная реакция. А сейчас пошло-поехало. Веселье. Он слегка заторможен, но...
Да. Это... Ой. Бум. Сапчас. Больше оптимизации, меньше смерти. Проблема в том, что вот только здесь таймер заканчивается. Вау. Окей. Да. То есть это плюс минута.